Я очень рада, что компания Викамед и дети Ярославии нашли точки соприкосновения, и уже есть реальные результаты. И оказывается, реальная помощь детям, больным онкологическими и гематологическими заболеваниями. И здесь очень важно, что к этому проекту стали подключаться все новые и новые партнеры. И мы сегодня можем с уверенностью говорить о социальной ответственности бизнеса. И самое главное то, что оказывается реальная помощь нашим маленьким детям. Я предлагаю всем организациям нашей Ярославской области, Центрального федерального округа и просто неравнодушным жителям подключиться к проекту и принять участие в акции «Купи маску, спаси ребенку жизнь».